лучших врачей, медсестер, фельдшеров чествуют сегодня в Вологде. В преддверии Дня медицинского работника они получили заслуженные награды, а со сцены их поздравили первые лица области и города. Отметим, что на сегодняшний день система здравоохранения области представлена 95 организациями, в которых трудятся 27 тысяч человек, из них более 3500 врачей. И все они заслуживают слов благодарности. Диплом губернатора первой степени, денежная премия в размере 40 тысяч рублей вручается заведующему отделением челюстно-лицевой хирургии бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области, Вологодская областная клиническая больница. Я работаю с момента организации, то есть она появилась как специальность в 95 году, и с этого момента вот занимаюсь этой профессией. А почему посвятил? Понравилось. Вот захотелось быть хирургом. Стал. Я первый в династии, совершенно медиков в семье нет, но просто папа в свое время правильно задал направление. Поступил сразу в медицинский институт, закончил его, потом закончил клиническую ординатуру, аспирантуру. И работаю сейчас в областной больнице. Вы делаете очень важную и нужную работу для каждого из нас. Вы сохраняете наше здоровье, здоровье нашего населения. Вы первые принимаете на себя боль, слезы людей, которые нуждаются в вашей помощи и поддержке. Вы оказываете помощь круглые сутки и жертвуете все свободное время, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются. И сегодня в этот день я хотел бы низко вам поклониться, сказать слова искренней благодарности за то, что вы делаете для нас, для Вологжан. Каждый день, уделяя сохранению здоровья населения, огромное внимание. Профессия медицинского работника, она, да не только в последнее время, она, наверное, во все времена была очень востребована. И тем более в последнее время. Да, у нас есть определенный дефицит кадров, но мы смотрим, как наши выпускники средних школ реагируют и хотят идти в профессию. Каждый год у нас увеличится количество принятых по целевому направлению студентов. В этом году их будет 203. Если говорить в целом про отрасль, то в отрасли трудится больше 27 тысяч человек. Примерно 3600 врачей, более 11 тысяч медсестер и фельдшеров из других средних медицинских работников. И также младший медицинский персонал, то есть составляет такую большую часть.